Данное видео будет про две книжки в иллюстрациях Кочергина. Они, наверное, одни из самых красивых в нашей библиотеке домашней. Это очень известный художник, который долго изучал историю, быт, фольклор народный, прежде чем приступить к иллюстрациям. И его иллюстрации, они, конечно, не только красивые, да, но вот взять, например, орнамент, который вот изображен, он не из головы, то есть он очень так серьезно подошел к этой работе иллюстратора. Информация, он очень, то есть, смотрите, кстати, как интересно изучать эти картинки, да, такая деревня. В общем, этим картинкам можно верить. То, как одевались на Древней Руси, как выглядели деревни. Я считаю, это шикарная книга именно для тех, кто увлекается русским фольклором. То есть не только для детей, но и для взрослых в коллекцию. Я просто фанат того, что касается вот, художников, красивых каких-то книг. То есть, если это книга, то мне важно не только содержание, но и чтобы иллюстратор был какой-то замечательный. Поэтому я, конечно, очень рада, что нашла эти книги. Знаю, что данный художник еще иллюстрировал былины, но у меня пока что нету книги такой. Я пока что буду только листать, а потом покажу содержание двух этих книг, какие тут сказки. Ну, посмотрите, какая Баба-Яга интересная. Да? Мне очень-то страшно. Одета в такие народные какие-то костюмы. Качество печати очень хорошее. Иллюстрации очень такие четкие, яркие. Издательство у обоих книг «Нигма». Покупала на Озоне. Каждая книга, ну, рублей 500 стоила. Ну вот, «Иван-царевич» и «Серый волк». Дети, конечно, в восторге, потому что тут тебе и сказка интересная, и такие картинки крупные, интересно их разглядывать. Скажем так, вот «Змей Горыныч», какое-то «Чудо-юдо», оно тоже не такое прям, что очень страшное. Есть у нас еще издательство русских сказок с художником Билибиным. Есть еще некоторые другие. То есть, в принципе, это не единственная такая красивая книга у нас в коллекции, но точно одна из самых лучших. И что вот мне нравится именно у Кочергина, вот для маленьких детей, я считаю, это оптимальные рисунки. То есть они вот то, что надо для малышей. А вот взять, например, Билибина, мне кажется, он больше для детей школьного возраста. А вот эти, они для дошкольников подойдут вполне. Вот содержание. Четыре сказки. И здесь, тут три сказочки. Вот такие вот. Точно рекомендую. Кстати, еще не показала, обложка такая рифленая. Вот, с ними. Одна и вторая. Очень, конечно, красиво. На подарок шикарно кому-нибудь.